Приветствую вас, дорогие мои друзья. Это расклады от Ангела Планет. Мы смотрим интересный расклад. Называется он «Пришло ли вам по роду наследство из магии?» Да, может быть, вы что-то унаследовали, какие-то свои магические способности по роду. Ставь лайк, не забудь подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Что будем смотреть? Есть ли, в принципе, у вас магические способности? Ваши способности языческие и ваши способности встревать в любовные треугольники. Да, не все ваши магические способности сейчас открыты, закрыты многие. Вот языческие какие-то корни есть. Посмотрим, передались ли эти способности по роду, например, матери, да, смотрим по роду матери, херувимы, ангелы-хранители по роду матери. Ну, что называется, не будете действовать, не будете использовать свои магические способности. То есть, смотрите, как бы херувимы, ангелы есть, а вы не действуете. Через Бога не работаете, да, этот момент вы прорабатываете. То есть, они есть и по роду матери. Давайте по роду отца, что... О, тут прям по роду отца маг вышел. Прям хорошие магические способности. Откупался маг. Милостыню подавал. Хорошие магические способности по роду отца. То уважение. Из рода в род передается. Вот тут старики идут. Уважение идет. Ну, давайте смотрим, что практиковал род матери. Родовую отработку. То есть мать, она постоянно, то, что по роду матери приходит, там приходили люди, чтобы родовую отработку отрабатывать. Ну, тут дом везде идет. Дом, любопытство, может быть, лет ли не в свое дело, но помогали роду. Женщины и мужчины приходили в род, чтобы помогать роду, род отрабатывать. Ну, и в принципе, да, пришло же, вот ну, тут языческие корни, херувимы пришли. Тут, в принципе, хорошие последствия, хорошее наследование, наследственные признаки хорошие. Они светлые, они божественные, и они родовые идут. Ну, тогда посмотрим, что практиковал род отца. Тоже про традицию посмотрим. Наблюдение идет, дружба идет. Дружба, ну, практиковалась, значит, дружба, но и черная тоже практиковалась. Наблюдение, ну, за кем-то наблюдали, да, что-то испытывали. Но и черное тоже практиковалось тут по отцовскому роду. То есть по материнскому роду идет светлая магия, по отцовскому темная. Интересно получается. Если сейчас поддержка рода матери, смотрим. Ну, порядок дом наводить. Созависимость есть, через мать идет. Могут быть созависимые отношения, кармические коридоры. На одни и те же грабли наступать может женщина или мужчина. Поддержка тут, я бы сказала, продолжается родовая отработка. Вот по этой схеме кармические коридоры, карма дает о себе знать. Это называется «любим не тех, живем не с теми». Те, кто не подходит, влюбляемся, страдаем от созависимости, а не от любви. Поэтому и кармические коридоры идут. Ну, поддержка для дома, для рождения, да, и продолжения рода есть. Для того, чтобы вот проживать это все, нету поддержки от рода матери. Смотрим тогда, есть ли поддержка по роду отца. По роду отца есть поддержка, астральная поддержка по роду отца. Но и судят тоже за чернуху. По роду отца есть поддержка. Тоже, конечно, не совсем тут правильно. Светлые люди рядом встречаются. Астрал хороший. То, что не суди, да не судим будешь, и судьи идут, которые судят вас и последствия. Оно, конечно, тоже есть. Тут, видимо, кто из рода чернухой занимался, тот, ну, того проклясть не успели. Плохое наделал, да хорошим был магом. Не успели его ухватить за хвост. Так. Что еще мы давайте посмотрим? Было ли что-либо
что в итоге легло отягощающим фактором на род матери. Да тут по роду матери всегда дом, опыт, родовая отработка. Тут не такой уж отягощающий фактор. Ну, может быть, свободные отношения, да, нецеломудренные могли быть, как отягощающая система, которая должна в отработку идти, да, надо отрабатывать в легкие отношения, свободные, не впиливаться. Это по роду матери, да, и давайте по роду отца. Было ли что-либо отягощающее? Какой отягощающий фактор в народе отца? Ох, слишком много правды искал. Лизать попы – это не мужское дело по роду отца. Да, была какая-то смерть неизвестная, безымянная могила. Было. Неизвестно кого, неизвестно как. Неизвестного человека. Погубили кого-то. Кого-то погубили, отягощение есть. Так, ну давайте тогда посмотрим советы от рода матери. Чиститься. Род мать говорит, чиститься. И все старое пусть было и уходит в прошлое. С коллективом вместе проживать, работать. Ну тут всегда семья, коллеги, совместное проживание процессов. Ну, совет от рода отца давайте спросим. Не заниматься саморазрушением и самобичеванием. Ну, чиститься тоже, крадник убирать. Чужой брать нельзя, не забирать. Тут тоже через чистку идет. Хотите открыть себе эти наследственные признаки? Все равно через чистку. Вот через этот канал и крадник тоже убрать. Потому что мать знает, что отец там накосячил, да не отрабатывает, а мать отрабатывает. Материнская, отцовская линия. Как бы женская отрабатывает за мужиков вот это все. Вот я всегда знала, что женщина отрабатывает за мужиков. Они же там ходят, гадят, а нам женщину убирать. Есть такой момент. Так, смотрим, что будет, если следовать пути магии рода матери. О, удача будет путь рода матери. Высоко летать не будем, да, но и тем не менее, чтобы не возгордиться, может быть, будем среди таких же. Не высоко, но очень удачно. Нельзя много брать, тут воровство идет, чтобы это не было мошенничеством. То есть по роду матери можно, но только аккуратно, осторожно. То есть действительно надо помогать, да, не впустую брать. Ну, давайте посмотрим, что будет, если следовать пути магии рода отца. Вон тут учиться надо, путь магии отца. Сбоем, учеба сбоем, очень много переживаний, боли. Ну да, тут черная же традиция идет. Вроде как можно, но тут по чернухе, конечно, тоже опасно. Тут желания исполняются, да вот только очень много от жизни вы получите боя. По роду отца, по роду матери в результате вы будете победителем. По роду отца всегда будете сражаться и за что-то бороться. Если поддерживать родовую магию. Ну, в принципе, вот ваши способности есть. Вот можно просмотреть, проанализировать, как оно работает. Пересмотреть, отдельно что-то записать, чтобы продвинуться в этой области, чтобы почиститься и открыть себе пути дороги в родовой наследственной магии, чтобы потом пользоваться этим в жизни. И тут вот обязательно людям помогать. Если не хотите всю жизнь с ветряными мельницами бороться, то выберите тогда традицию отца. Намного более испытаете, борьбы испытаете. И здесь свои последствия. Здесь тоже по роду матери и уныние можно испытать. Но одиночества у вас точно не будет. Потому что тут коллеги, семья, да и фортуна тут идет. Благодарю вас за этот расклад. Ставь лайк, подписывайся, в комментариях пиши. Принимаю с благодарностью. Ставь колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на следующих раскладах, консультациях, ритуалах. Ссылка в описании канала есть.